Конечно, я согласна, что самое главное – это монетизация канала. Но все-таки ведь без просмотров, без подписчиков невозможно привлечь рекламодателей. Александр, поделитесь своим опытом. Что важнее для рекламодателей? На что они обращают больше внимания? Мне кажется, что это важный вопрос для многих видеоблогеров. Поймите одну простую вещь. Рекламодатель не покупает вас. Он не покупает ваш контент, он не покупает вашу идею, не покупает вашу харизму, вообще не покупает ничего. Он покупает внимание ваших зрителей. Чем лучше, дороже, качественнее ваши зрители, чем больше будет у вас монетизация, чем больше рекламодателей будет в них заинтересовано. Ну, чтобы вам было проще, если вы соберете 100 бизнесменов с реальными бизнесами на своем канале, то это будет лучше, чем вы соберете там 10 тысяч пенсионеров. Потому что это платежеспособная аудитория, а чем выше ее платежеспособность, тем больше она интересна для рекламодателей. Пора барабан.